среду в Самарской области будет пасмурно. Пройдут осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха в дневное время -2, +2 градуса, ночью 0, -1. Ветер преимущественно северо-восточного направления 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, осадки в виде снега. Днем +2, ночью -1 градус. В Тольятти пасмурно, снег, днем +1, ночью -1 градус. Северо-восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег. Днем +1 градус, ночью -1. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.